Сборная Аргентины вернулась к себе на родину. Сегодня ночью чемпионы мира прилетели в Буэнос-Айрес. Их встретили сотни тысяч болельщиков. Из самолета футболисты пересели в открытый автобус с платформой и плыли на нем, как на корабле, по волнам из ликующих фанатов. Чтобы всем было лучше видно главных героев, Месси, Ди Мария, Де Пауль, Отаменди и Паредес сели на крышу автобуса. И это чуть не закончилось очень плохо. В какой-то момент они отвлеклись и не заметили толстенный кабель. Ellos también lo necesitaban desde el momento que levantaron la copa, querían ya estar acá. Opa, le sacó la gorra. Хорошо, что у этих ребят лучшая в мире реакция. Но, кстати, Паредес все-таки слегка коснулся кабеля. А представляете, если бы он был оголенный? Но все закончилось благополучно. Только бывший игрок «Зенита» потерял кепку.